Я лесный 80. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, блядь. Публичные призывы, пункт первый, к осуществлению экстремистской деятельности, оказывается штрафом. Важно до 200 тысяч рублей. Либо размер заработной платы или иного дохода с учтенным за период до 2 лет. Либо арестом. На срок от 14 месяцев и большинство было расходы на 2 лет решения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на даже срок. Пункт 2, бля. Все же деяния, совершенно с использованием средств массовой информации, оказывается, лишен свободы на срок до 5 лет, решение свободы занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Сядьте, пидоры, нахуй!